Владимир Высоцкий. Инструкция перед поездкой за границу. Я вчера закончил ковку. Я два плана залудил. И в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного язя. И инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бытово. Так, чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ. Чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут сводку и дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, но может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза всюду ходит по пятам. Опасайся, пуще глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, а не в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шесть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Но тут давай его пытать я. Опасаюсь, маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, не того, попробуй срежь. И опять пошла морока про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невежд. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. И если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, а вот не вникнуть, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в дугую, ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнему замесу, я сбегу. Я на ихнем небельмесу не гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне спросонок. Слышь, Коль, ты мне тут не зуди. Что ты, Коль, больно робок? Я с тобой разведусь. 30 лет живем бок о бок, и все время дусь и дусь. Обещал, забыл-то нечто. Ну хорош, что клеенку с Бангладеша привезешь? Сэкономь там пару рупий, не бузи. Ты хоть кого, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, дусью нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, сидят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж. И нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.